дешевые кейсы только на WhatShop. Испытай удачу, попытавшись выиграть премиум-аккаунт, премиумную технику, либо огромное количество золота. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на канале Saybig Pro. Это World of Tanks и рандомный обзор танчика ТВП Т-50-51. Так, давайте для начала я прошу прощения, но... Музыка в бою мне, по-моему, очень даже и не нужна. Так. Давай на горочку поеду, допустим. Так, у меня барабан из 4 ББшек. Я играю на тестовом сервере, который на днях обновили. И, как вы видите, ну, эту карту, по-моему, не сильно изменили. Да нет, тут... А, горы на заднем фоне, да, добавили, я так понимаю. Да, это по... вот... Это, по-моему, главное изменение всех карт. Добавили задний фон. Посмотри, какой он офигенный. Это просто эпик. Это просто прекрасно. На самом деле. Вот, так вот. Добавили очень много музыки в игре. Музыка здесь действительно сейчас достойная. Вау, и здесь тоже дофига чего изменили. Край карты изменили, красные полоски. В общем, я сегодня зашел на тестовый сервер, думаю, давай-ка я это поиграю на СТРВ-103Б, ТВП Т-50-51, но у меня отпала челюсть, и я бой за боем наблюдаю за картами. Я не могу ими насладиться, это реально стало очень круто. А выехать смогу? Да, малость выехать смогу. И туда, наверное, можно заехать. Возможно. Можешь сам проверить, если зайдешь на тестовый сервер поиграть. В общем, я играю на ТВПхе. Орудие здесь барабанного типа из 4 снарядов состоящее. И сейчас мы попробуем хотя бы пострелять. Возможно, попробуем поймать кого-нибудь на рожон и попытаться, не знаю, там отбить какую-нибудь... Блин, на горку я лезть не буду. Отбить какую-нибудь атаку. Так, СТБ, там нигде не пролезть, да, я так полагаю. Обновили карты, добавили музыку. Возможно, что-то еще добавили, но, блин. Ну, это просто круто. Я не знаю, меня переполняет немножечко эмоциями на данный момент. Конечно. Это был мой затуп. Блин, вот с управлением что-то не то. Управление явно изменили. Я не могу пока к нему приноровиться. Молодец, парень, молодец. Вот я не очень. Ага, и парень даже ушел от него. Сейчас появится. Нет. Что-то сделали не то. Я не могу понять, я не попадаю. Предыдущий ролик, который я снимал 5 минут назад, это СТРВ-103Б. Я тоже ни в кого не мог попасть. Что-то сделали не то. Давай-ка я зайду на КД. Что изменили, я не понимаю. Либо курсор стал слишком медленным, точнее, башня, да? Либо руки, не знаю, стали хуже. Понятно, Е50М, спасибо тебе. Кстати, никакого бабам я почему-то не услышал. Странно очень. Должно быть бабам, все красное, все горит, полыхает. Но здесь как-то... Хлоп, и Е50М меня пробил. Как-то не знаю. Вот он, Е50М. Что-то стало не то. Я не могу понять, что. Я хочу обозреть этот танчик. Я хочу на него посмотреть, какой он. Опробовать его. Я либо разучился стрелять, либо что-то изменилось. Не, Т-110 явно где-то внизу. Плюс изменили карты, их сейчас придется заучивать заново. Это маленько печально. Если на определенной карте я умел нагибать, здесь придется вначале покататься по карте и посмотреть, что изменилось. Почесать нос. Так, Е50, Епись, Епись, как его называют, да? Давай настреляем АМХ-ику. Как не пробито? Пробитие. Не пробито.
Вот маленечко затупил, и из-за этого маленечко я не добрал МХ-150Б. Ой, спасибо, пацан, все. Пацан меня выручил на самом деле. Может, он и не пацан, может, это и девушка. Оля. Как я угадал, я действительно, это Оля. Оля, тебе спасибо. Так, дожидаемся КД и, наверное... Ага, мне тут сзади смогут настрелять, да, возможно? А здесь даже не заехать. Вайка, вайка как, айка как. Понятно, там меня никто не видит. Епися разберу, не разберу. Вообще под вопросом, но он от меня убегает, да? И поэтому можно, наверное... Ну, конечно, давайте посмотрим. А, ИС-4 пробил меня на 411 единиц. Все правильно. И Тай-5 Хиви пробил меня на 984 хп. Команда вроде как выигрывает. Блин, я мог Епися забрать. Нет, забрать бы я вряд ли смог. Но я бы ему смог накидать. Я еще хотел маленечко прокатиться сюда. Но не ожидал, что меня фокусят. Я думал, там все очень хорошо подсвечивается, но... Я жутко ошибался. Ну, в описании к этому видео все прекрасно черным по белому написано, а именно, что это рандомный обзор. Это означает, что я не могу перезаписать этот бой, и я его выложу на канал таким, какой он получился. Получился он, конечно же, не очень. Танчик ты особо не успел насмотреть. Мне в задницу накидали снарядов, и, собственно, я бабахнул. И все. Печально на самом деле, но... Ну, это рандомный обзор. Ничего с этим я поделать не могу. Поэтому спасибо тебе за просмотр. Ставь лайки, оставляй комментарии, подписывайся на канал. Внизу в описании есть все необходимые ссылочки. Заходи на тестовый сервер и обозревай новые карты шикарным фоном. Просто шикарно. Звук. Орел сейчас пролетел, слышал? Если я сильно громкость игры не убавил, то ты должен был услышать пролетающего мимо орла. Это круто. Реально круто. Но играть стало очень непривычно. Не знаю, возможно, это только у меня. Возможно, это у многих, у большинства, либо у всех. Но как-то так.